За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 аварий, в которых 2 человека погибли и 15 получили травмы. На трассе Москва-Уфа в Илишевском районе близ деревни Ишкарова столкнулись тягач «Мерседес» с прицепом и встречная «Тойота Land Cruiser 200», за рулем которого находился 44-летний житель Уфимского района. От полученных травм он скончался на месте аварии. Водитель грузовика с травмами госпитализирован. А вечером в Туймазинском районе под колеса «Шевроле Лачетти» под управлением 30-летнего местного жителя попал пешеход. 58-летний мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован, где через 2 часа скончался. Со слов водителя, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. По предварительным данным, светоотражающих элементов на одежде пешехода не было, что и стало возможной причиной трагедии. Как обычно, перед остановкой фирма «Мир» образуется затор из маршруток. В этот момент появляется автобус «ПАС». Отметим, что двигается он на небольшой скорости. Но водитель явно отвлекся, возможно, получая деньги или давая сдачу пассажирам. В результате чего он слишком поздно нажимает на педаль тормоза. А скользкая дорога делает свое дело, и он врезается в попутного собрата.